Всем привет! Вы на канале Сельчанки. Извиняйте, стучит коляска. Я приехала, друзья, еду с работы и решила вот заехать в этот магазин. Он у нас закрывается. И уже давно, то сначала 15% скидки было, то 20%, а это я сейчас уже вижу 70% и 80% скидки. Я его любила, он такой был классный, хороший магазин, дороговат, классные вещи. И сейчас зайду, посмотрю, что здесь есть. Может быть, уже здесь пусто и ничего нету. Так, осталось 4 дня только. И уже все. Так, ну еще немножко что-нибудь. Видите, куда я сразу иду? Стульчики такие по 20-60% скидки. Юбей. $25 за такие стульчики деревянные. А нет, железные, но такие как под дерево, видите? Ну что ж, у меня стульчики есть, но цена нормальная. Если бы это было диванчик, вы же знаете, вот этой штучки такие, это когда полотенце вот так на стульчик, если куда-то едешь отдыхать или на озеро, чтобы не летело, то его так пристегивать. Ну, я обхожусь и без него. Так, сумочка вот эта была 40, сейчас 12. Здесь у нас какой-то столик такой на колесиках. Здесь тоже. Много этих столиков. $33. Вот такие они, видите? Ездят вот. Ну, такой нормальненький, но не знаю, не надо. Описные стулья мужчина набрал себе. А вот стульчик. Вот такой стульчик. И такой 30. 30 и 36. 42 тумбочечка. Да, так. Ничего, нормально. Так, стаканчики. Ватер. А, это бутылка 4,50. Стаканы были 45. Не знаю, он пишет. Нужно считать. Скатерти. Ух, сколько скатерти всяких, но такие какие-то темные. По 13, 18. Офисные стулья. Сколько они стоят? $18. Да, это очень дешево. Смотрите, какие, друзья. Pick and go. Вот такой стульчик. 18. Был 60. Так, вот такие чехлы для посуды. Видите? Вот это такие штучки у меня есть. Помните, друзья, я показывала, но я не вижу, чтобы здесь делалась двухэтажная. У меня двухэтажная. Может быть. Ну. Вот на тортик $20 есть у меня такая. Сколько здесь она, интересно, будет стоить? Такая 40 тоже классная. А, это 3
6 даже. Вот всякая мисочка, все такое. Ну, пойдем дальше. Такие полочки, шкафчики. Миски. Ну, посмотрим, такая стеклянная миска, смотрите, на салат классная, да? $20, а я не знаю, скидка это уже или нет. Вот сахарница такая красивая, 18 было, и для молочка. Я возьму эту миску и спрошу сейчас. Поставлю себе в тележку. Опа, сколько она будет стоить? И эту штучечку тоже спрошу цену. Тоже красивенькая она мне, так посмотрим. Опа. Ну, уже полки пустые. Это мусорные эти. А, на 2 галлона это маленькие. 60 пакетов. Вот такие противни. Такие миски. Чашечки классные. Эти чашки, друзья, по $20. It's $20. Huh? $20. Yes. Oh, wow. Thank you. Друзья, эти чашки все по $20. Такие вот стеклянные на ножке. А есть вот такие с двойным дном. И их 2, 4, 6. Я вот эти заберу. Все 6 штучек. Пускай будут такие красавицы. У меня таких не было. И $20 это копейки. Копеечки. Такие легенькие. А вот эти другие такие-то тоже хорошенькие, но достаточно. Набор посуды, тарелочки, скатерти. И вот такой наборчик, да, классный. Сколько здесь 4 писа? Здесь на одну персону, допустим, вот, то оно уже не подходит. Так, мне нужны эти чашки, классно. Эти миски, друзья, по $6. Я не знаю, что с ними делать. Покупать, не покупать. Они такие хорошенькие. У меня, что у меня? У меня есть. А вот это 5. Короче, пускай стоит пока. Ставлю чашки. Салфеточки. 4. Они были Я спрашиваю, сколько цена. Он говорит, вот же есть. Хорошо, что показал. Себе подошел, посмотрел.
Вау, $1.80 за 4 штучки. Ой, чувствует Наташа, что, не знаю, тележка будет полная. Так, 4, 8, 16. Правильно, да? Может быть, достаточно. Это для тортика из камня, тяжелое такое. Здесь скатерти немножко есть. И вот здесь скатерти такие на Рождество серые. У меня есть на Рождество. А ну ее пикну, пойду. Вижу цену. 10. О, не буду. Это если 20, то будет где-то 6. Так, так, так. Чайник. А где это я ложки видела? Стояла, видела ложки. Вот эти штучки мини тоже классные. Сейчас пикну, сколько стоят. $4.50. Ножики, ножи, вернее. Ножи у меня есть. Так, все выбирают свечки. Туда пока не пройти. И вот такой классный наборчик. Это готовить какой-то индюк, утку или что, всякие такие вилки, видите. Есть у нас лампы. Вот кубики такие. А, это в шкаф. Вот, было у меня когда-то. Не нравится что-то. Газибо вот. А вот скатерть белая. Такая в серую полосочку. Это красивая, да? Но это уже маленький размер. Да, 60 на 84. Не надо большой. Такие стаканы. 8. Нужно открыть и посмотреть, какие они. Так, проверила я, друзья, вот эти стаканчики. Они 4.50, наверное, за 8 штук. Представляете? Но я и хотела себе очень давно на ножки. Ну, если бы были побольше, знаете, такие. А так очень красивые. Они, мне кажется, более подходят для вина. Но я все равно, друзья, куплю. И буду ставить, когда будут гости. И будет красивенько. Ну и что? Я сама себе хозяйка.
меня будет там сок. И все. Беру три упаковки, чтобы было. С теми мисками я еще буду решать. Еще хочу зайти на постельное. Так, там что у нас? Лампы какие-то. А, это уже от их всякие такие гвозди. Полки тоже уже они распродают. Кресло такое широкое, большое. Ух ты. Может быть, покрывальце какое куплю. Ну, сейчас будем смотреть. Вот такие детские. Ух ты, какое красивое. Вау. Кинг. Есть и белое. Было 160. А есть еще там. Вот и она их перегружает где-то сюда. Перевозит. И еще есть вот молочный такой цвет. Тоже красивая. А то, наверное, на матрас. Да. Сейчас возьму и пробью это покрывало. Сколько будет стоить? Конечно, если $100, то я его покупать не буду. Пледы. Это детское такое. Наборы такие постельные, классные. Это как идет как одеяло, знаете, сразу. Мне очень нравятся вот эти штучки такие. Ну, твин. Это на маленькую кровать. У меня уже нету твин. Фу, вот такие. Упс. А здесь даже есть. Чуть не упала. Куда ж ты? Не хочешь ко мне домой? Ну, пошли, я сначала тебе посмотрю. Акс, вот эта фирма классная. 99 такое покрывальце. У нас в тетке оно есть. На две стороны, видите? Сразу. И здесь вот есть тоже эта фирма. А нет, это другая. $79 было. Это уже детское для девочек было. 120 тоже. Акс такое тепленькое, классное. Это 119, а это уже другой твин. Это тоже красивые. Ой, а вот какая красота. Тепленькая, фул и квин. Оно такое большое, $60. Классное одеяло. Вот это для Давида. Какой размер? Стандарт не вижу. Full Queen. Что-то не пишет. Носки по 4,19. Уже, друзья, хожу, просто не снимаю даже, потому что нету времени. Ой, тоже классные такие. Ну, только три штучки, одна коробочка уже осталась. Тележку нагрузила, там буду смотреть, что купить. Классные такие покрывала есть. Вот это 60, оно будет вообще там копейки. Но все на маленькие кровати, множество есть. Твин.
Это сразу идет тоже такое покрывало, все как одеяло. Вот. Я даже не верила, что будет здесь такая распродажа. Это ж... Вот это будет $77, будет дешевое. То сверху. Ну что-то мне цвет не нравится, такой какой-то. Розовый, хотя на распродаже цвет не выбирают. Но если оно не нужно, то да. Это наволочки такие. Мне подушечка вот эта, друзья, нравится. $15 она. Сама подушка внутри из пуха, перья. И они дорогие были, классные такие. То не знаю. Нужно посмотреть. Это как игрушки на елку, как будто бы такие, знаете. Так, лишь бы там никого не сбить. Вот что самое главное. Хочу еще в эту сторону посмотреть. Еще на эти. Вот такое, друзья, покрывало. Сразу одеяло King. Большой размер, было 170. Сейчас 51. Это замечательное. Да, вот такое будет. Я хочу взять себе вот такое на нашу кровать с Геной. Мне это очень нравится тоже. Оно 54, наверное, или что. Это уже более такое тонкое. Это что за такой наборчик красивый? Full Queen. Зелененький такой. И это что-то здесь такое у нас. Тоже одеяло. 190. Очень люблю постельное, покрывало, одеяло. Все такое. Обожаю. Так, я возьму, наверное, друзья, вот две по $18. Для девчат возьму такие беленькие, пускай будет. Представьте, $18 Full Queen, да, это будет большое. Просто куда же уже ставить-то, Наташа, а? Вот сюда. И сынульки еще бы взять. А сынульки, может быть, это коричневое. О, тоже Full Queen, классное. Тоже будет 18, но это не Агс, не та фирма такая. Просто такое оно. Вот это Агс Твин. Да, видите, классная фирма, но Твин. 79, оно будет дешевое. Вот. 119 и 119. А ну мы пойдем это пикнем. Чуть не упала. Ой, так, тележку оставляю здесь, потому что невозможно ее тянуть. Буду наблюдать. Там сумка придавленная. Хочу посмотреть, сколько это будет оно для девочек такое. Где же наш баркод? Вот. Давай, лови. 36. Вау, представляете, друзья, $36. Было 120. А это зелененькое, сколько у нас было? 100. Ковдра. Сразу и покрывала. Все, друзья, я уже приехала домой и уже там сколько смогла, столько засняла, потому что было тяжело снимать и идти смотреть цену и все такое.
Вот мои сегодняшние покупки. Не пугайтесь, друзья, оно все мне нужно на каждую кровать. У нас в доме 4 кровати. И такие классные покрывальца, которые стоят большие деньги. Я не один раз туда заезжала, смотрела. И сейчас вам буду все показывать. Так что, друзья, показываю. Начинаем с стаканчиков. Вот такие я взяла стаканчики, 3 упаковочки. Может быть, кто-то скажет рюмки, но мне они нравятся. У меня здесь будет компот, сок. Вот такие, смотрите, друзья. Конечно же, лучше было бы, если они были вот здесь такие побольше, но ну нету. А это такое стекло красивое. Марика, посмотри, там хорошо видно. Хорошенько, да. То за таких 8, друзья, стаканчиков, поправь там, если что, 4,50. Вот, может, вблизи еще покажу. Так. Дальше. Дальше взяла вот 4 упаковочки салфеток. Эти салфеточки идут, они льняные, катуновые. Я взяла 16 штук, это будет, да. Ой, какие классные. Смотрите. Да. Красота. То эти салфеточки тоже, они так дорогие. Сегодня сколько долларов? Ну, я там на видео, друзья, говорила в начале видео. Дальше. Вот такое покрывальце взяла на Давидову кровать. Смотрите, смотрите, какое оно голубенькое такое, классное. С такой сумочкой. Оно было $130. Ух. Кстати, я его сейчас уже здесь висит. А где мой качек? Так. То, которое было 130, я его купила за 39, друзья. $40. Но оно очень классное тоже. Катоновое. Красивенькое. А ну я его сейчас достану. Так, нужно отрезать ниточку. Так, и дальше. Открою это покрывальце. Сейчас посмотрим, как оно идет. Одеяло или покрывало. Уже нитку вытянула. Опять. Так, Марика, дай мне ножнички, пожалуйста, чтобы были при мне. Есть? Уже я отрезала. Так, оно идет, друзья, покрывалом таким. О, даже оно и наволочки идут. Смотрите, какие классные. Можно на эту сторону, можно на эту сторону. Вот такие будут белые. Я люблю вот такие наборы. Классно. То этот за $40. И вот такое покрывальце. Видите, какое? Итак, покрывало на одну сторону идет, а может быть и на две, можно вот такое. Так, дальше, друзья. О, сумка даже какая вот классная. Марика, не хочешь себе сумку? Ну, посмотри, какая классная. За хлебом пошла. Тарам-та-там. Так, дальше, друзья. Вот взяла такие. Марика, можешь примерить на свою кровать, я потом покажу. Ну, сразу, чтобы в этом видео было, окей? Вот таких взяла 2 покрывальчика, друзья, или как? Одеяло, можно сказать, да, будет правильней. Для Марики и для Мирославы на их кровати, то они были, друзья, $60.
Ух ты, тоже 3 пишет. Так, сейчас посмотрю, 60. Да, а купила я их за $18. Марика, представляешь? То есть такие пледы, которые маленькие, знаете? Такие просто открываться. Ох, Марика, посмотри, какая прелесть. Это на зиму будет тебе. Зимой будешь укрываться. Вот с этой стороны так. А вот такое. Мягкое, классное, да? Сразу можно и одеяло, и покрывало. Валерка будет уже спать с Мурулей. Так, сразу убирай, хочешь. Сумочки у вас нету, нет? И 2 наволочки таких тоже. Вот будут такие мягенькие подушечки. $18, я думаю, нормально. А, вот сумка есть, сложишь. И дальше, друзья, это уже для себя, для нас. Мне очень оно понравилось. Я увидела, там одна женщина его носила. Думаю, где же она его взяла? Я не видела такого. Оно идет кинг. Большое такое. Вязаный плед. Марика, хорошо там видно? Стой и все смотри, контролируй. Вот так пальчиками я показываю. Видно качество, да? Или поближе. Да, смотрите, друзья, какое классное. Оно было 85, а я купила за 25, мне кажется. Сейчас скажу. Да, было 85, купила за 25. Не хочу уже его распечатывать, так ведь раскрывать. Или раскрыть, показать. Самой тоже интересно. Оно было, кстати, было последнее. То одна женщина взяла, затем я пришла в другой край магазина, и оно там лежало возле... Ой, какое классное! Возле полотенец, друзья. Вы только гляньте. Класс! Как я люблю постель, как я люблю посуду. Ненужные... Это же ненужные вещи, вы представляете? Смотрите, какая красота. Это даже можно не... накрывать кровать, а просто днем, когда Наташа придет с работы, уставшая, прилечь и укрыться им. Идем дальше. Взяла на нашу кровать 2 таких подушечки. Они фирма Axe. Это очень классная. У меня есть такой плед. Были они, друзья, $50 одна подушка, вы представляете? А сейчас они по 15. Есть там и другой цвет, но я взяла этот светлый. И здесь, видите, вот подушечка идет из перья. Перьем пахнет, пухом. Вот такие классные. Они, мне кажется, даже как переливаются, да? Не скажешь, какой цвет такой красивый. Так, и они будут мне... Вот это покрывальце, смотрите, какое классненькое. Вот такое. Это тоже кинг. Большущие. Это я не буду открывать. Катоновая она, друзья, очень классная. Тоже идет 2 наволочки. Супер. А где же цена? Это нужно искать. Чеку. Этот чек каждый раз падает. Я его купила за 50. А, это в другом чеке. Потому что я 2 раза покупала. То оно было... Ой, сколько же, друзья, оно было. Там на видео и есть. Но чек тут в машине, не хочу идти. Купила за 54, а стоило или 130, или 150. Я даже не знаю. Не помню. Так, дальше. Это девчатам тоже взяла. По такому набору. Вот такие как бы как ковдры, я говорю. Смотрите, такие беленькие. И вот такие на них комочки классные. Оно входит сюда, подушки или нет? Да,
Прикинь, Марика, на каждой, то они были по $100, а я их взяла по 30. Представляете? 30 баксов. Это ж два раза, три раза салат купить. Не купить, да, Марика? Здесь такая сумочка тоже. В эту сумочку можно что-то сохранять. Так. Где наши подушечки? Есть. Вот такие беленькие. Классненькие будут, такой наборчик. Так, Марика, все, уже что твое, можешь забирать, нести себе в шкаф, в комнату, куда хочешь. Ой, убирай отсюда. Так, это тоже самое белое для Мироски. И тоже такое самое белое для Мироски и для Марики. Я как-то, Марика, как в детстве, вам все одинаковую одежду, так и постель. Ой, ну, покрывальца такие белые будут классные. Это для сынулечки, для сыночки. Вот такое я купила тоже. 18 было, 60. А, хотела белое, Марика говорит, берите темное, Давиду, да? Как медвежонок будет такой у нас. То оно такое же, как вот те белые у них. Только вот такой коричневый цвет. И такие, друзья, полосочки. Я уже не буду его доставать. Вот, смотрите. Тоже было 60, купила за 18. А то как-то уже старые, да? Давно мы покупали покрывало. Якось как-то в Home Goods я брала такой бежевый такой цвет. И очень катышки такие пошли как-то. Ну, уже, может быть, несколько лет, да? А, но Бурлингтон я даже брала. И последняя красота, мои друзья. Та-ра-рам. Это тоже нам с Геной. Не знаю, может быть, напрет меня с этой кудрой, Марика. В три шеи. Потому что Гена любит, друзья, только пуховые ковдры, только с пуха, только все натуральное, только все катоновое, простое, как носки, так и постель. Вот так. А это фирмочка. Почему я ее взяла? Потому что я ее уже видела. Я ее, знаете, где видела? Где я убираю дом, там, где котик черный. Помните, друзья? Вот там есть в хозяйке только зеленое. Вот точно такое же. И мы его застилаем. И оно такое классное, просто легенькое такое. Я его купила тоже, наверное, 45 акс. Сейчас я найду. Это было... Постоянно падает чек. Так. 40. Вау, даже $40, представляете? А было оно 130. А сэкономила я вот на этих вещах $542, друзья. Если бы я покупала за полную цену... Вставай сюда, да здесь уже смейся. То заплатила бы вот столько. Мне нравится с каждой вот этой... Сумка такая, ну что ж в эту сумку. А ну, комментарии напишите, что здесь можно хранить. Что такое, подушки или что на зиму. Или... Ну, не буду выбрасывать эти такие торбы большие. Вот. Вообще класс. Так, покажу. О, тоже есть наволочки такие. Ну, не было другого цвета, вот только такой. Кремовый. Мне он красивый такой, как грязный. Как пудра, да? То я его взяла. Такой. Может быть, на лето будет такое. У нас такое покрывальце, смотрите. Оно сразу как идет покрывало и одеяло. Это все в мусор. Вот такое. И оно очень-очень легкое. Оно не из пуха, друзья. Как-то мы с подружкой работаем там.
посмотрели эти покрывала, это у нее появилось. Я же, знаете, когда работаешь, то ты очень замечаешь тех людей, если что-то. Вот приходишь на следующую неделю, там, мы сегодня, допустим, пришли, я сразу заметила, на камине стоял портрет собаки, голова собаки, а здесь будто бы такой костюм, как, ну, как мужчина, знаете, сидит. То в прошлый раз его не было, того портрета, я так смеялась, такое смешное, там, красивая собачка. Фух, то каждый раз замечаешь что-то, и мы заметили это покрывало у нее, поехали, как-то были в том магазине, заехали, я посмотрела цену, и было очень дорого она. Сколько? 130, да. 130, а за 40 я взяла. То я себе подумала, ну, классная, но 130 это дорого. Вот так я и не купила. А сегодня я его купила на 70% скидки. Просто замечательно. Так, то нам я купила 1, 2 и этот плед 3. 3 покрывала. Классненько. И Давиду 2, и девчатам по 2, да? Еще раз скажу, друзья, за кружки. Я взяла эти кружки такие с двойным дном, вы видели. Я смотрю, как-то всегда нужно смотреть на кассу, когда она пробивает, сканирует, всегда нужно смотреть на цену. У видео я вам говорила, что эти кружки стоят $1.20. Я даже спросила у той рабочей, которая там ходила. А на кассе мне посчитали за одну кружку по $3, за 6 штук, у меня сняли $18. Представляете? По $3 я бы их не покупала. Так что я их оставила, друзья, в машине. И завтра я поеду с этим делом разберусь. И все. Покажу и ресит, и покажу те чашки, кружки. Если что, если будут дорогие, но главное, я же спросила, то я их верну или скинут цену, которая должна быть. Эти подушечки будут красиво смотреться и под белое покрывало, и под голубое. Хух, все. Скупилась. Все взяла. Скатерти не брала, у меня есть. А так таких, чтобы нормальные, такие красивые, там какие-то. То. Главное вот это. Все, друзья. Всем вам спасибо за просмотры и всем пока-пока. Езжайте, кто живет в Америке, а может быть уже у вас давно скидки. Но эта машина ездила, я уже дня 2 назад ее видела. А сегодня решила заехать, посмотреть. Хорошо, что заехала. А, еще может быть... О, я же девчачью эту не открыла. Конечно же, друзья, я покажу. Хотя бы одну. Это наволочки. И оно легко, друзья, стирается. Машинку себе и все. Вот эти покрывалки такие. Опа. Это размер квин, средний как бы. Ой, Марика, смотри, какая красотенька. Вот такое, друзья, белое. Пушистая. Классная, Марика? А эти акс другие я не брала. Да, я не взяла. Я сейчас расскажу, почему. Но сейчас я расскажу. Я взяла вот это. Да, знаешь, почему я не взяла сердечко? С одной стороны идет вот такое пушистое, а с другой стороны, как вот у нас есть у Давида одеяло, знаешь? Такое, что все тебе прилипает к нему. Такая, как мочалка, да. Угу. Ну вот такая, друзья, кудрочка, покрывальце белое. Может, можно сказать, даже бежевое какое-то, да. Все, всем спасибо, всем пока.